Больше всего люблю Питерфуд за то, что здесь можно встретить самые разнообразные категории товаров. Именно поэтому мой следующий гость Али. Али, доброе утро, как настроение? Добрый день. Настроение прекрасное. Расскажите, какую компанию представляете? Компания Organic. Мы занимаемся производством наборов для выращивания оригинальных, которые используются производителями в рамках их акций лояльности. Торговые сети также используют как элемент акции лояльности. То есть, грубо говоря, я купил там товаров на 10 тысяч рублей и получаю в качестве подарка там вашу продукцию. Совершенно верно. Я заметил на вашем стенде, что там вот самые разные категории товаров, грубо говоря, которые можно вырастить и получить в качестве подарка. Съедобные, несъедобные. Почему именно такой формат вообще? Потому что так разнообразна природа, и вкусы потребителей, они тоже разные. То есть кто-то любит цветочки, кому-то интересно вырастить и что-то съесть для себя. Поэтому абсолютно разнообразные потребительские предпочтения. И мы можем это удовлетворить разные стороны. Да. Есть самый востребованный товар вот в вашей линейке? Ну вот что потребитель любит больше всего? Там базилик, петрушка, не знаю, зеленая травка. Потребитель любит процесс, что родителю нравится, что ребенок делает свои собственные открытия, вау, что-то выросло, это и для ребенка интересный процесс, он обучается новому, он обучается ответственности, заботе, и это совместное взаимодействие с родителями, ребенок, то есть это взаимодействие. Ну, это очень мило, очень по-семейному. А какие задачи ставите перед собой здесь, на Питерфуде? Познакомиться с северо-западными сетями, рассказать о себе, с производителями товаров, также рассказать про наши возможности, заключить контракты. Ну, я желаю вам отличного выхода на рынок. Я так понимаю, что здесь как бы потенциально из тех посетителей, которые из тех экспонентов, которые выставлены здесь на Питерфуде, я думаю, что может быть действительно очень полезное и что-то интересное здесь получится. Поэтому надеюсь, что в Санкт-Петербурге здесь вот в сетях будет продаваться какой-то особенный продукт, которого нет в других регионах. Мы постараемся. Здесь соответствующее пространство. Думаю, что благодарю вас за пожелания. Все так и будет. Спасибо. Хорошего бизнеса.